Вот, девочки и мальчики, приехали из круиза. Посмотрите, у нас сколько покупок за неделю. Ну, раньше, конечно, это было, бывало и за день столько, но все равно, как бы, продажи идут с eBay. Видите, вещички, футболочки, рубашечки, костюмчики, комбинезончики. So, baby, you going to post office? Yep. All right. I've got a Budweiser delivery. Budweiser delivery. Bye-bye. Ой, девочки и мальчики, вы посмотрите, какая у нас красота. Вы посмотрите, какие цвета. Закат красный, и поэтому все цвета зелено. Вырви глаз. Вот так скажем. По-моему, идет дождь. Да, идет дождь. Я не знаю, что происходит. Вроде на небе не видно, что красное. Но из дома, когда я посмотрела, я обалдела от этих цветов. Пойдемте посмотрим спереди дома. Хотя уже вечер, конечно. Я приехала только что, мы с Аленой встречались. Хочу показать вам, как у нас выглядит наш сад-то. Сад-то наш красивый. Боже, дорогие мои. Давно ведь я его вам не показывала. Целую неделю отсутствовала. Этот куст меня очень радует. Этот имбирь. Джинджер. Вы посмотрите. Труды-то не прошли даром. Посмотрите, какая красота-то везде у нас. Это же глаз вырви глаз. Ну, здесь все как заросло красиво. Вообще, я просто балдею, конечно. Балдею. Ну, так, куда еще пойдем? Ой, на улице уже 8 часов вечера, я пошла с камерой гулять. Так. Красные цветы, которые мы пересадили, красные кусты, то есть кардилины, пересадили, вроде как они приживаются уже. Сначала прям все аж побелели, обалдели, сказали, куда нас пересадили. Ну, они листьев много потеряли, но ничего, вроде нормально. Здесь тоже очень красивый этот цветочек у меня растет. Он как типа кактуса. Если посмотреть туда, то у него иголки на стебле очень большие. Дальше идем. Смотрим, что у нас здесь. Здесь кустик зацвел. Здесь у меня, посмотрите, сколько традисканции. Все, у меня сейчас тут традисканции. Имбирь этот растет. Дальше. Посмотрите, сколько у меня традисканции. Да, господи. Посмотрите, она прям растет. Извивается по всей земле. Очень красиво. Вот когда они выходят уже за границу, я вот так отстригаю и сажаю опять в другое место. Они тут же приживаются. А здесь так вообще, вон видите, сколько можно отстригать. Много. Ну что, на улице темнеет прям каждую минуту. Все, ладно. Пойдемте. Ой, какие цвета, я даже сама вижу на экране. Обалдеть просто. Просто обалдеть. Вот это вот я на ночь убираю. Хотя сейчас уже дождь был. Это я на ночь убираю. Тут зернышки у них, орешки, да все такое. Ну вот. Это вечер. А вот вы посмотрите, насколько ярче показывает камера с телефона. Ой. Сейчас загремит. Все-таки у GoPro не берет темные съемки. А вот телефон, видите, пожалуйста, берет, да еще и как. Ой, сейчас гриманет. Ну, точно. Ой, дед идет. Дед идет, разозлился. Смотрите, как классно показывает камера с телефона. Специально взяла, думаю, пойду посмотрю. Вот GoPro уже совсем темно показывал. А телефон, пожалуйста, вам. Ночные съемки, можно сказать. Такое небко красивое, да? Ну. Вот так вот. Что вам показать еще? Даже не знаю. Все. Все ванны. Маленькую, большую. Все, воду поменяла. Все почистила, помыла. Птички нас простили.
Белок мы прогнали, потому что белки здесь устроили беспредел. Беспредел. И вот я еще раз телефоном пройдусь. С телефоном. Пройдусь по бэк-ярду. Видите, как красиво видно. Традисканция у меня прям ковром. Здесь еще пока не ковром, но все равно уже начинает. Вот Ира тоже мне вот эти сиреневые дала. Не знаю, как они называются. Но у меня здесь очень красиво все. Все очень-очень красиво. Вот единственное, что я хочу показать вам, это кардилины, которые я пересадила оттуда. Они были огромные у меня. Ой. Слушайте. Молния. Ну да, вот видите. Ну они, правда, и сейчас темные. Но все равно не такие. Видно. Видно пока. Пробежалась по саду. Сама соскучилась по саду по своему. Мы только вчера приехали с круиза. Так вот. Ой, дорогие мои. Дед злится. Надо домой бежать. Ой, а у нас кто заселился-то? Кто у нас заселился? Скворечник. Она самая ждет поцелуя от принца. Да-да-да, она самая. Господи, как они туда залезают-то ведь. Кукулочки маленькие. Ну что, девочки и мальчики, сегодня у нас день. Солнышко светит, очень красиво. Вчера я показывала вечером вам свой сад, а сегодня вот днем. Я думаю, что все соскучились по нашему саду, не только мы, но и вы. Поэтому вот обхожу, как говорится, свои владения. Вот у нас, видите, не только колибри здесь, ой, наживаются на сладости, но еще и пчелки. Пчелки очень любят тоже этот сироп. Очень любят. Мне однажды кто-то написал в комментарии: Наташа, что ж ты делаешь, ты убиваешь, значит, колибри, потому что ты их кормишь сиропом, вода с сахаром. Им надо мед наливать. Девочки, дорогие мои, я как почитала, медом как раз можно убить их, потому что мед, в меде же там очень много химии, мед же делается не только из пыльцы. Ой, моя куколка прилетела и улетела. Мед же делается не только из пыльцы, он же туда химию добавляет. Только вода и сахар написано, ни в коем случае ничего не добавлять, вы убьете птиц. Так я там этой женщине послала ссылочку, так она все равно орала, что говорит: нет, ты, говорит, не права, мед лучше. Так что вот всех предупреждаю, кроме как вода и сахар, ничем никогда не кормить колибри, или вы их убьете. И даже я ее потом заблокировала, потому что она со мной спорила, и я сказала: я не хочу смотреть и даже не желаю разговаривать с тем, кто убивает птиц, читает то, что им написали, и все равно уверяет меня, что нет, надо медом кормить. Какой ужас. Ну, в общем, как-то так. Я очень сильно расстроилась и ее заблокировала, потому что не хотела даже больше слушать и смотреть ее комментарии. Так что вот, такие, дорогие мои, по своим птичкам я очень соскучилась, по своим колибрикам, даже по белочкам. Вон белочка ползет сверху. Прыгает. Белки-то расстроены. Они тут себя хозяевами чувствовали. А сейчас мы приехали, так теперь им надо осторожничать. А это что у нас тут за безобразие такое на стульях творится? Интересно. Вас тут трое, что ли? Или двое, не пойму. По-моему, трое. Или двое. Ну-ка. Сколько хоть вас тут? Нет, по-моему, двое. Что-то не пойму я, как вы тут скорешились-то. Обалдеть. Просто обалдеть. Ладно, мешать не будем вам, не будем, не переживайте.